Всем привет! Сегодня у нас шикарная погода, вон шикарная пасека. Отлично, весна весной прям. Вот здесь вот смотрите, как огород парует прикольно, красиво. Потому что вчера дождь был. Вон там вон подснежники, точнее снега нет, просто снежники. И здесь вот горит огонь. Это наша такая печь, это бочка, и в этой бочке парафин. Сегодня мы будем варить крыши и вам покажем весь процесс. И первое, конечно, что мы сделали, это разожгли, ну, это печь, бочка, там парафин. И разожгли, и это займет раз. Чтобы расплавить бочку парафина, вот это вот нужно часа 4, наверное, чтобы грелось. Ну, ничего, потом оно разогревается и процесс варки быстро наступает. В общем, сегодня видео будет полный процесс варки, так что смотрите видео до конца. Так, вот, вот уже, видите, уже получше, уже понемножку растаяло, но там еще под этой, под этим слоем того, что растаяло, еще очень много того, что не растаяло. Поэтому еще, еще пока что ждем. Это просто, да, дрова подкладывать, это и все. Вот так вот выглядят крыши, сейчас мы их будем погружать в бочку, парафин уже разогрелся. Вот температура, но это немножко большая, но она сейчас упадет. Крыши погрузили. Вот такие ручки, чтобы потом вытаскивать. Парафин кипит. Это Мурка, очень старая кошка. Ее, видно, кто-то выбросил или что, ну давненько уже. И она живет тут с нами. Вот такая здесь парилка, баня. Сейчас будем вытаскивать крыши. Прозвенел таймер. Сейчас эту партию разбираем и новую заряжаем. Так, загрузили. Вот такая температура. 10 минут ждем. Вот такое получилось видео. Все максимально просто, понятно, доступно. В общем, все всем показал. В принципе, ничего сложного нету.